Про його ми будемо з вами говорити, адже з 23 травня, щоденно, о 10-й годині ранку та 21.30 вечора буде проходити онлайн марафон усвідомленості. Триватиме він два тижні. Що це таке та як долучитися? Дізнаємо у його організатора, який зараз з нами на зв'язку: Артем Ісайкін, інструктор з медитації, йоги та сміхотерапії у школі Гівіна. Доброго вам ранку! Ну що ж, розкажіть нам, будь ласка. детальнейше, что такое марафон осведомленности и какая его польза. Да. Ну, многие думают, что качество нашей жизни зависит от того, насколько мы талантливы, красивы, богаты, сильны физически там, и каких-то таких... Ну, в общем, что счастье наше зависит от каких-то внешних атрибутов. Но на самом деле это совершенно не так. Можно быть кругом успешным человеком, но глубоко несчастным при этом. Наш уровень жизни, наше качество жизни зависит от уровня нашей осознанности. Насколько мы можем сознательно и мудро смотреть на все, что происходит с нами в нашей жизни. Как мы можем относиться к событиям, которые с нами происходят, и вообще к окружающим людям. И наш марафон, его польза именно в том, что мы даем людям практические инструменты методики, упражнения, которые помогают э, начать осознанность свою развивать, то есть увеличивать ее. И чем мы более сознательные, более внимательные становимся, более уравновешенные, более как-то внутренне гармоничны, тем э, лучше становится наша жизнь. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили провести этот марафон именно сейчас? Сейчас очень удобное время, все сидят дома, карантине, ну, может быть, не все, но многие. И в том числе и многие инструктора нашей школы тоже. И появилась возможность вместо физических мероприятий проводить вот такие онлайн-курсы учебные и приносить пользу людям, что может быть лучше. Кому вы порекомендовали самовзятой участие в этом марафоне? то марафон подойдет всем людям, кто хочет как-то поправить свое самочувствие и улучшить качество своей жизни. Я думаю, что подавляющее большинство людей в мире в этом заинтересовано, Независимо от того, чем они заняты там, в, ну, в обычной жизни, там, независимо от их профессии, состояния здоровья и так далее. На марафоне даются очень простые методики, очень простые упражнения, которые не имеют каких-то противопоказаний и доступны любому человеку, как очень опытному практику, очень опытному йогу, так и вообще совершенно начинающему человеку, который вообще с этим не знаком совершенно. И это подходит всем, и пользу приносит тоже точно совершенно всем. Скажите, пожалуйста, что может дать саме участь в этом марафоне? Прежде всего, это дает внутренний покой чувство какой-то внутренней стабильности, точку опоры внутри. Действительно, очень многое в нашей жизни зависит от того, в каком состоянии мы находимся, что происходит внутри нас. Если внутри нас беспокойство, если э, что-то постоянно тревожит нас, терзает, если какие-то... Нас в страхе бламутят, если какие-то обиды нас да, мучают. Все это естественно отражается на нашей жизни. И марафон дает возможность научиться видеть вот эти все вещи внутри себя и научиться, как правильно работать с этими внутренними процессами, чтобы состояние человека выравнивалось чтобы ему становилось хорошо, ему становилось легче и приятнее жить. Педагоги, пожалуйста, сказали, что такое практика тиши, что она может дать человеку, ну, например, в кризові моменты в жизни. Практика тишины это не практика полного молчания, хотя как это может быть, может показаться из названия. Это комплексная методика, которая помогает человеку научиться культивировать и жить в состоянии внутреннего покоя, внутреннего равновесия, баланса, гармонии и быть более жизнерадостным, более осознанным человеком. Ну, поскольку это комплексный подход, то практика тишины включает в себя и как физические упражнения, это такой синтез различных упражнений йоги или лечебной физкультуры, и также различные медитативные упражнения, некоторые дыхательные упражнения и упражнения, развивающие нашу осознанность. Все это вместе, сочетаясь, дает такой широкий комплексный эффект, который сразу люди начинают чувствовать и который, конечно, не оставляет людей равнодушными. Подскажите, пожалуйста, взагалі, чи можно до таких практик долучать також наших діточок и с какого віку это можно лучше делать? всем это приносит пользу, и в том числе и детям полезно научиться, как справляться со своими эмоциями или снимать стресс. Но в большинстве случаев детям такие вещи еще не очень интересны, потому что они ну, довольно беззаботные и как-то еще довольно-таки расслабленно живут. Ну, большинство детей. Но Такие вещи очень полезны родителям, потому что большинство стрессов в жизни детей возникает именно из-за того, что родителям где-то не хватает вот этой внутренней наполненности, внутреннего покоя, и они где-то, может быть, очень критичны становятся, очень придирчивы. Где-то раздражаются и срываются даже на детях. Это распространенное явление. Где-то просто не знают, как отреагировать правильно, чтобы ребенка поддержать. А когда взрослый человек начинает заниматься, он стабилизирует свое внутреннее состояние, становится таком, его состояние внутреннее становится наполненным, более легким, жизнерадостным. Он как-то легче относится к разным житейским неурядицам, в том числе и к каким-то детским шалостям. И он тогда как-то видит, как как так вот помочь ребенку, его поддержать, чтобы ему не навредить, не создать ему какой-то стресс, а наоборот укрепить отношения с ним и как-то доверие даже, углубить доверие между со своим ребенком. И в большинстве случаев детям не нужно даже заниматься. Им просто достаточно, когда взрослый человек рядом с ними вот, живет в, в этом состоянии другом, и может какие-то вот эти простейшие вещи, которые он сам понял, просто ему объяснить. Даже не надо заниматься, он просто может понять сам, как работать со своими эмоциями, со своими мыслями, чувствами, состоянием, как снимать стресс, расслабляться. И достаточно просто ребенку это рассказать. И дети как губка, они это впитывают и Замечательно себя чувствует после этого. На занятиях был очень занят своей работой, как-то один человек, который занимался, очень был занят своей работой, и маленькая дочка к нему подбежала, начала пытаться играть с его рисунками, у него возникло, естественно, какое-то внутреннее такое ну, раздражение, сейчас она их испортит, придется переделывать работу и так далее, и он попытался уже было как-то ну, схватить их, отобрать. И девочка, ну как бы у нее реакция такая, как сейчас отбирают, у нее такое напряжение отдавать не хочется, ведь это что-то такое интересное, такое, да. И она убежала в другую комнату, там, и он за ней, и уже заходит и понимает, что вот она уже вжимается в угол, так вот, не хочет отдавать эти рисунки, и, и что вот в этот момент он замер. Замер остановился, вот и сработала эта осознанность. Вместо того, чтобы там отобрать, там еще как-то может наказать, раздразиться, да, на, на ребенка и, ну как бы привести к некому такому скандалу маленькому, да, он остановился и спросил: "Ты, наверное, хочешь посмотреть? Давай посмотрим их вместе эти рисунки". И он буквально 5 минут уделил своей дочке, Там, она задавала множество вопросов про все рисунки. И через 5 минут совершенно счастливая и довольная, все ему отдала, и он пошел спокойно, продолжил свою работу. И с чувством легкости, с чувством радости внутри. И ребенку при этом тоже хорошо. Хотя если бы не было вот этого мгновения, когда он остановился, и вот это, не включилась бы эта осознанность, то ситуация могла быть совсем другой и конечно это две большие разницы. секрети, секреты існує якась підготовка певна до виконання ось таких технік та медитацій, чи потрібно готуватися до їх виконання? Да, маленькая подготовка присутствует, потому что когда мы учимся чему-то новому, тем более такому необычному труду незнакомому большинству людей, в обществе, как вот внутренняя работа, да, как э, трансформировать свои эмоции, как освобождаться от стрессов. Нужно научиться это ну, для начала начать делать это в идеальных условиях. То есть предупредить близких, чтобы они не беспокоили нас там, во время занятий, полчаса хотя бы, да? э, отключить мобильные телефоны, радио, все, что отвлекает. Может, мое внимание как-то ну, увлечь куда-то в сторону. И, конечно, нужно заботиться о том, чтобы домашние животные рядом тоже не находились, потому что они обычно чувствуют, что человек становится более наполненным, что-то с ним происходит, у него какая-то радость, они сразу лезут ласкаться, и таким образом тоже мешают, отвлекают людей. И поэтому нужно как-то побеспокоиться о том, чтобы вам было уютно, комфортно, никто вас не отвлекал. Вот, в общем-то, и вся необходимая подготовка. А с каких базовых техник можно уже распочинать практику в дома? Практически с любых. После каждого занятия практики тишины на нашем марафоне осознанности мы даем людям домашнее задание, где он может прямо по программе, четко понимая, как и что надо делать, проделать самостоятельно дома такую комплексную медитацию, которая состоит из множества различных элементов, упражнений, которые помогают снимать напряжение в теле и эмоциональные какие-то наши блоки, зажимы. И начать можно вот с такого простого комплекса. Я вообще сторонник того, чтобы люди учились не по книгам что-то делать, а обязательно с обратной связью инструктора, потому что таким образом можно сразу получить обратную связь от человека, который уже умеет и понимает, как делать эти тонкие вещи. И тогда намного легче научиться и гораздо быстрее почувствовать, как делать упражнение правильно. Поэтому всем, кому ну, интересно научиться самостоятельно заниматься, я рекомендую обязательно попробовать сначала занятия с инструктором. А чем можно за допомогою домашних практик позбутися, например, стрессу? Стрессов очень много, они каждый день на нас сыпятся. Но хочу сказать сразу о том, что на самом деле нет золотой техники, которая бы решала все ваши проблемы в жизни. Для того, чтобы действительно научиться жить без стрессов, очень важно учиться менять отношение к тому, что происходит с нами в жизни. Ведь любой стресс на самом деле ⁇ это стимул для нашего развития. И только наше неправильное отношение к этим стрессам приводит к тому, что у нас возникают нервные срывы, упадок сил и множество там других проблем, целый букет заболеваний. Потому что от состояния нервной системы зависит слажная и гармоничная работа всех остальных систем нашего организма. И очень важно именно становиться более осознанным и менять отношение к тем вещам, которые нас цепляют и каким-то образом раздражают. И вот именно в помощь этому процессу и даются различные практики, в том числе на практике тишины на нашем марафоне. Мы с помощью практик выравниваем свое внутреннее состояние и становимся более внимательными, более уравновешенными людьми. И тогда нам Легче понять, как правильно относиться к тем или иным ситуациям. Подсказки на этот счет мы тоже даем на своих занятиях. И э, таким образом мы можем, конечно, от всех стрессов мы не избавимся, но, по крайней мере, жизнь наша точно станет намного более гармоничной. Ну а что касается самих упражнений, то какие-то поверхностные стрессы и чувство внутреннего покоя, конечно, они дают э, возможность почувствовать сразу же. мы знаем о чтоясной такая практика усмешкой то сме дет проэтаж маленькая такая ремарка да, сміются, ну, до что дети смеются ну где-то в возрасте с трех до пяти лет до 200 300 раз в день причем совершенно естественно без особого повода ну, возьмем конечно идеальные случаи когда детство у человека не тяжелое и то есть это Смех и радость, улыбка ⁇ это естественное такое проявление нашего внутреннего состояния, нашей жизнерадостности. И вообще жизнерадостность ⁇ это свойство здорового организма. И наоборот, если дети становятся хмурыми, угрюмыми, то у нас возникают ну, вопросы, беспокойства. Может быть, что-то не так, может, не что-то болит, может быть, ну, что-то нехорошо мы как-то интересуемся. Ну а если взрослый человек ходит все время с угрюмым выражением лица, то это как бы норма, это нормально. Ну, но на самом деле, конечно, это совсем не нормально, это надо дело исправлять. И в этом нам помогают очень простые упражнения. Мы рекомендуем каждый день э, утро начинать, конечно, э, с улыбки, с улыбки в постели. Но если вдруг забыли улыбнуться утром в постели, то лезть обязательно обратно в постель для этого не обязательно. Просто улыбнитесь там, где про это вспомнили. И сделайте очень простое упражнение. Утром пошли умываться, умылись, почистили зубы. И после этого встаем, выпрямляем спину, раскрываем грудную клетку, чтобы позвоночник был ровный. И осанка такого формировалась, осанка уверенного в себе человека, а не такое сутулое выражение. И после того, как выпрямили осанку, одеваем на наше лицо нашу самую обаятельную и очаровательную улыбку. И зеркало не позволяет нашему вниманию убегать куда-то в мысли о том, что нам сегодня предстоит на работе, что нам еще надо приготовить завтрак или детей отвезти куда-то там в школу или еще что-то такое. Мы сосредоточены вот здесь сейчас на созидании самой очаровательной, обворожительной улыбки. И где-то это даже упражнение на принятие себя, потому что многие люди себя не принимают такими, какие есть, себе сами не нравятся. А улыбка сразу украшает человека, и мы учимся как-то улыбаться так, чтобы самим себе нравиться, чтобы нам самим от этого становилось здорово. И вот такое простое упражнение, если три минуты каждый день его делать, оно уже на второй день уже начинает высказываться положительно на всей нашей жизни. И легче становится улыбаться, улыбка сама собой возникает, когда видим кого-то из знакомых друзей, там, приятелей. И работает это упражнение по очень простому принципу. Когда нам плохо, нехорошо, то это всегда отражается по принципу обратной связи на нашем лице. У нас какое-то хмурое, угрюмое, недовольное выражение лица. Но когда мы начинаем сами улыбаться и держим это состояние да, мимическое, то по принципу обратной связи это воздействует на наше внутреннее состояние. И проходит совсем немножко времени, организм начинает получать сигналы, что ну, вроде как-то все вроде хорошо, да, все вроде так нормально, налаживается, да, и начинает выравниваться наше внутреннее состояние. И вот такое простое упражнение, оно способно вообще творить чудеса. Какие асаны вы ви порекомендовали выполнять новачкам сразу? Ну, начать, конечно, мы рекомендуем со стойки на голове, потом есть стойка на носу и стойка на больших пальцах. Я, конечно, шучу. На самом деле утро лучше начинать а, с а, всемирно известной асаны, ее еще называют улыбасана, мы про это с вами уже говорили. <свят> <свят> вот. Но после того, как вы уже поулыбались себе и зарядились, а, я рекомендую просто сделать разминку, обычную суставную гимнастику, а, даже в йога-спорте а чемпионом мира много раз а, становился очень известный а, йог, который является мастером школы суставной гимнастики. Просто размяться, как вот мы бывает подтягиваемся с утра, да, все удовольствие. Это вообще будет просто прекрасно. А уже после этого сделать какие-то конкретно э, упражнения, которые именно вам доставляют удовольствие. Потому что если вы не получаете удовольствие от, от каких-то упражнений, то смысла нету их делать. Порекомендуйте нам, пожалуйста, декілька медитативных техник, и мы пропонуем их сделать зараз прямо с телеглядача. Давайте попробуем. Есть очень простая практика, буквально несколько минут, и вы уже можете почувствовать, как меняется ваше внутреннее состояние. Очень простая. Но для начала давайте сядем удобно и попросим сразу, чтобы кто-то из, ну, если кто-то из близких, чтобы пять минут нас никто не беспокоил. И есть несколько простых правил, которые помогают практику любую сделать эффективнее. Первое правило это нужно внимательно наблюдать за всеми внутренними ощущениями, реакциями, мыслями. Вот все, что внутри происходит, мы за этим просто наблюдаем. Ничего не делаем, ничего не пытаемся изменить, расслабить, убрать, там, скорректировать, потому что это все всегда приносит усилия и напряжение. Мы просто наблюдаем за тем, что с нами происходит и все. Больше ничего делать не надо. Второе правило. Мы доверяем тому, что происходит внутри нашего организма, потому что все-таки наша природа, наш организм намного мудрее нашего интеллекта. Он знает, как надо правильно там, избавлять нас от стрессов, от напряжений, как это должно происходить. Нам не нужно туда вмешиваться, мы просто расслабились и доверились этому процессу. И третье, если у нас есть какой-то опыт невероятных медитаций, мы все это в сторону откладываем на время, чтобы получить чистый, свежий новый опыт как с чистого листа. И вот, если мы предупредили близких, чтобы нас не беспокоили, то тогда отключили мобильные телефоны, чтобы резким звонком нас не выдернули. Тогда давайте сядем удобно, но ну, более-менее с ровной спиной, можете облокотиться на спинку стула, но не фиксируйте затылок, чтобы не провоцировать себя на сон. И закроем глаза. И просто посидим, понаблюдаем за ощущениями внутри нас. никак их не анализируя и не обдумывая. И сейчас, не открывая глаз, внутренним взором просмотрим наше лицо сверху вниз. И если обнаружим какие-либо напряжения, то просто задержимся в этих местах своим вниманием. И немного понаблюдаем. Вы очень быстро заметите, что напряжение начнет растворяться и уходить само собой, без каких-либо ваших усилий. Можете несколько раз просмотреть лицо, особенно область глаз и точку между бровей, потому что на лице вообще скапливается очень много неосознанных напряжений. И каждый раз, заметив напряжение, просто задержим на нем свое внимание. И немного понаблюдаем. Напряжение начнет растворяться само собой. теперь можем просмотреть все наше тело точно так же внутренним взором от макушки до пальцев ног. Если где-то обнаружим напряжение, то точно так же просто понаблюдаем за этим местом. И напряжение начнет уходить и растворяться безо всякого усилия с нашей стороны. И теперь давайте обратим внимание на наше дыхание и понаблюдаем, как воздух ходит через нос, наполняет наши легкие, как поднимается и опускается диафрагма, двигается живот, как воздух выходит. Дыхание при этом легкое и естественное, как и в обычной жизни. Мы никак его не регулируем, ничего с ним не делаем. Мы только наблюдаем, как оно происходит, какие ощущения при этом возникают. И учимся наслаждаться самим наблюдением за процессом дыхания. Осознанное дыхание. И сейчас, прежде чем открывать глаза, давайте просто так, как в детстве, безо всякой видимой причины, хорошо улыбнемся. И только после этого начнем потихоньку открывать глаза, не торопимся. Чуть открыли и закрыли, постепенно снова начнем открывать. и следим, чтобы улыбка не попортилась. Ну вот, такая простая практика. Видите, ну уже, я думаю, даже за эти несколько минут вы наверняка почувствовали, как стали внутренне тише, спокойнее. Благодарю за внимание. Желаю всем, всем людям больше внутреннего покоя и больше Асознації в звичайних посіднівних справах, в звичайній житті. Всего самого доброго! Дуже дякуємо вам за ось такі чудові рекомендації. Дійсно, практика з його, вона заспокоює, концентрує та сповнює енергію. Тож обов'язково долучайтеся також до марафону і ви з 25 травня.